Ничей взгляд не охватывает ширины Рима, никакой ум не постигает его красоты, и ни одни уста не могут выразить достойные его хвалы, так говорил один из древних писателей. До наших дней сохранились величественные памятники архитектуры, слава и гордость древнего Рима. Здесь находилась главная площадь города, Римский форум. Сейчас на форуме только руины. А когда-то его окружали роскошные портики и пышные храмы, посвященные римским богам. Римляне многому научились у греческих архитекторов. Как и греки, они украшали свои храмы колоннами. 8 гранитных колонн осталось от храма бога Сатурна, в нем хранилась государственная казна. Изящные колонны, которые греки назвали коринфскими, окружают храм богини Весты. Римские мастера создали архитектурные сооружения, подобных которым не знали их предшественники. Руками тысяч рабов был построен в первом веке грандиозный амфитеатр Колизей, получивший свое название от слова «колоссальный». Высота стены Колизея достигает 50 метров. Ее опорой служат мощные сводчатые арки. В центре амфитеатра арена, на которой происходили гладиаторские бои. Сейчас видны находящиеся под ареной помещения для диких зверей и убитых гладиаторов. Одним из чудес вечного города считались термы, грандиозные общественные бани. Их стены покрывали плиты разноцветного мрамора, а сводчатые перекрытия сверкали позолотой. Новшеством в архитектуре были купольные постройки. Во II веке знаменитый зодчий Аполлодор воздвиг величественный храм всех богов Пантеон. Здание перекрыто куполом, высота его 42 метра. До начала 20 века купол Пантеона был самым большим в мире. На площадях воздвигали триумфальные арки, которые прославляли победы римских императоров. По всем направлениям расходились от Рима дороги. По ним уходили легионы на завоевание провинций. И даже в самых отдаленных уголках огромной империи римские инженеры проложили превосходные, мощеные плитами дороги. В покоренных странах римляне строили типично римские сооружения. Гигантские акведуки, снабжавшие города питьевой водой, до сих пор поражают легкостью и стройностью. По римскому образцу воздвигались в провинции храмы, посвященные римским богам. Богине Юноне посвящен прекрасный храм в одном из городов Северной Африки. Так же, как в Риме, строились театры, вмещавшие десятки тысяч зрителей. Форму римского Колизея повторяли амфитеатры, построенные из камня и бетона. Памятники архитектуры возвеличивали могущество и силу Римской империи и на протяжении многих веков служили образцом строительного искусства.